Цветок в горшке, животные, солнце, картины из акриловых страз. Накануне в Химках прошел мастер-класс по алмазной мозаике. Илона Деброва, мастер по живописи, рассказала, как работать с картиной, с чего лучше начать и как клеить акриловые кристаллы. Возьмем стилус, возьмем клей. Вот этот вот клей, он расщепляется и открывается. Вы так положили, махнули. Как раз клей вот сюда выкручку на глаз. Потом с баночки сразу мы берем, вот, переворачиваем, ее буквально вот так вот припишь потихонечку, и они переворачиваются сами. Набираем стилусом и выкладываем по номерам. А для удобства новички на мастер-классе использовали заготовки. На каждой из них уже готовый эскиз. Мастер-классы в Химках проходят регулярно. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.